Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем. Ну, по крайней мере, посмотрим игру, который Ассасин Черные паруса Авелина. Возможно, даже она у меня есть. Если это про девочку негритянку. А мы просто пока посмотрим ее. Авелина, ты еще зовешься ассасином. Как бы ты ни звалась, когда-то я помог тебе. А теперь мне нужна твоя помощь. Пейшенс Гибс, девушка сильная и умная. Ее считают вожаком восстания рабов. И за нее назначена награда. Да, кстати, отдельная игра про нее есть, вот так что. За ней идет охота. Я пытался пригласить Пейшенс в братство, но она не хочет принять мою помощь. Ты же легенда для рабов, даже на севере в Ньюпорте. Думаю, к тебе она прислушивается. Ее видели на Козьем острове. Лучше всего искать ее там. На Козьем острове. Твой друг и брат Коннор. Постскриптум. Осторожнее в форте и с самой Пейшенс. Знаю по опыту. В страхе она опасна. Так. Давай, ползи, ползи, ползи. Заберитесь в лагерь повстанца. Да с удовольствием. Опа. Давай. Блин, а чего они наколотили-то там? Мама, не горюй. Хотя, может, скажешь, где она все спрятала? Я не знаю. Подумай, а то... На! Ну как ты? Что тут произошло? Мы сбежали вместе. Она помогла. Сказала, придет корабль. Но нас нашли. Кто помог? Пейшенс Гибс. Наш лагерь прямо за холмом. Они разграбили его и схватили нас. Ее верно держат там. Найдите узников. Линейная, да, игра-то, по ходу дела? Или нет? Ладно. Последний раз спрашиваю, где артефакт? Я не знаю. А что делает эта штука? Долго надо будет пока болтать. Пока не найдем его. Тогда чего же мы стоим? Так. Ребятушки. Спасибо. Где Пейшенс Гибс? Ищи остальных. Она с ними. Вот так. Да, кровожадности мне не занимать. Такая ценная штука. Не знаю. А зачем он нужен? Это тайна. Вот так. Знаешь, где Пейшенс? Кто ты? Да какая тебе разница-то? Я хочу помочь.
Скажи, что ты знаешь, прошу. Она боролась, как могла. Ее увели к остальным. Что-то все тыкают в разную сторону, блин. Понятно. Так, а у меня какие оружия? О, у меня все оружия есть. Я так понимаю. На. Да сейчас, два раза. Вот так. Пока. Так. Не стыдно вам на девушку-то нападать. Давай, иди сюда. Девчушка-то симпатичная еще. А вы на нее. Хренак! Кто ты такая? Я хочу помочь Пейшенс Гибс. Там был капитан, командовал. Он еще тут ищет что-то. Он знает, где она. Он послал их. У него много солдат. Тебе придется сперва убить их. Спасибо. Найти свою цель. Охренеть. Ага, вот так вот. Ой. На. Молодец. Ты? Где Пейшенс Гибс? Что происходит? Стой, кто идет?
Кто идет? Я иду. Господи, что за дурачок? Поймать еще надо. Заметьте, не убить, а поймать. Для девушки. Серьезно? То есть вот этот натренированный ассасин не мог перепрыгнуть то, что вот сделал вот этот солдат со всем своим железом. Вот так. Где она? Хорошо, хватит. Доктор Джадж заберет ведьму на допрос в Форт Вашингтон. Спасибо. Форт Вашингтон. Ну что ж. Пойдем, пойдем, пойдем. Воду. Ну, кстати, какая-то линейка идет. Дьявол, что они сделали? Их кровь на твоих руках. Ты никогда не получишь амулет. Я всегда на шаг впереди. Поведите. Делайте с ней что хотите, но она не должна умереть. И запомните, мне нужен этот амулет. Я убью тебя и отомщу за свою мать. Ты его не получишь. Отпустите! Я с вас со всех шкуру сдеру. Задание выполнено. Господи, еще и задание выполняется. Надеюсь, они половину взяли в лагерь рабов. Поселиться там решили? Да, пока артефакты. Что отряд, который за ней послали? Они... Так. Пока нормально. Опа, опаньки, да, потушеньки. Там в тенях. Мне показалось. Что показалось тебе? На! Даже не разобрался, да, что им надо-то было? Куда мне? Так. Вот так. Ага. Вот так это все. Да подождите, я тогда. Стой.
Да ты дурачок. А ведь мог жить и жить. Подтягивайся. Да не-не-не-не, не сюда. Девчуля. Так. Что? Думаете, слишком бесчеловечно? Все может быть. Я тебе дам алам, алам. Испортить. Все неплохо пока. Выведу тебя. Идем. Вот еще. Я не верю тому, чего не вижу. Вот ты дура. Да блин, догоните ее еще. Мать его. Да вы издевай. Ага. Так. В тюрьме! На помощь! На помощь! Пленница сбежала! Держи! Хватай! Держи ее! Стрелять еще надумал, падла. Раздел какой. Держи ее. Он может быть только в одном месте. Я сам его достану. Отдашь мне амулет, милочка, или хочешь, чтобы тебя осмотрели? Уверяю, все инструменты у меня с собой. Ладно. Да, именно в этом месте он и был. Спасибо. Все, она ваша. Уверен, вы с ней намучились.
На. На. Ну а теперь-то, овца, ты мне веришь? Не убегай! Я хочу тебе помочь! Я справлюсь сама! Пэйшенс! Отстань от меня! Да он не ловит что-то. Не пытайся снова сбежать. Назови себя. Авелина де Грампре. Из Нового Орлеана? Ты все-таки существуешь. Так что тебе нужно, если не мой амулет? Только ты. Сама по себе. Ты из тех, кто предпочитает девиц? Меня послал друг. Конор. Он предлагает защиту и обучение. Мадмуазель, верните мой амулет, и тогда можете взять меня как трофей. Тогда идем. Офигеть. Она сама как трофей тут. Спасибо, потишните, а то будет. Знаешь, куда Джадж дел амулет? Думаю, в круглую башню. Туннель ведет туда. Настоящие дела. Добрый доктор ведет внизу. Добрый доктор. Он улыбается, как святой. Но меня ему не обмануть. Амулет принадлежал моей матери. Ей, как и ее матери, он давал силу хранительский дар. И мне тоже. А не насрать, что он тебе там давал? Что теперь? За мной. Как туда забраться? Я покажу. Твою мать. Вот иди. Чё ж ты сразу-то так не сделала, тварь такая? Ну, мне надо ругаться обязательно. Не торопись. Он-то по-любому не так вот заходил. Как мы. Смотри. Ты допрыгнешь. Я уже здесь. Хоп. Эй, хоп. Ла-ла-ра-ла-ла-ра. Прямо за мной, не отставай. Вот так. Ты как, справишься? Не нравится. Мы как на ладони. Какой тебе ладони? На. Вот так вот. Вылазь. Ничего бы не случилось, будь у меня амулет. Не важно. Я буду осторожней. Да уж побудь поосторожней. Ты где там, скотина?
То нету тебя, то вот она ты. Вон он. Идем. Ну, он сейчас решетку закроет. Охренеть! А этот союзник погиб. Да его вот так вот надо, смотри, вот так, раз, два, три, раз, два, три. Куда он пошел? Надо снова разделиться. Как нам открыть ворота? Вот так вот и открыть. Мать его, лезь. Так. Откройте ворота. Я бы предположил, что по этим сталактитам лезть. Осторожнее. Рычаги, платформы. Башни помоста. Что это? Это какая-то тренировочная база ассасина. Давай. Можешь попробовать опустить платформу? Давай. Так. Господи, какие сильные у нее должны быть руки. Кошмар. Вот так строит. Это же реально какой-то мрак. С чего начать, метущийся душа? Слышишь, мне доктор, что он читает? Это гимн. Его любила моя мать. Освободив меня. Он верно решил, что это заклинание. А как он подняться-то туда? Охренеть, это ерундистика. Я думал, магистика, а оказалась ерундистика. Иди вперед. Он как на эту башню? Зажмем его.
Как он-то на эту башню попал? Тише. Охренеть. Опа. Я их предупреждал, что у тебя 9 жизней. Придется последнее отнять у тебя самому. Ты обманула меня! Да ну! Это просто побрякушка! Его сила не для тебя. Отдать жизнь за дикарскую побрякушку. Это каменный тампон, блин. Что это? Неужели ты думаешь, что я так все и выложу? Уже не думаю. Но как работает, с ним я вижу. Что? Не мысли. Нет, все сразу. Всего на несколько секунд. Как раз, чтобы сбежать. Пейшенс, хочешь? Отправиться с тобой в поместье Конора? Почту за честь. Превосходно. Я что-то понять не могу, то ли это игра. А, нет, все, смотрите-ка, вот такая вот штука была. Что ж, на этом все. Вот такой вот краткий Эвелина была. Увидимся на канале. Пока.